сказать, что это на самом деле очень большое достижение, то, что в Республике Казахстан, Республика Казахстан была выбрана как страна для проведения одного из крупнейших мероприятий ведущего мирового рейтинга университетов QS. Это очень большое достижение, но почему Казахстан получил такую возможность? Потому что Казахский национальный университет имени Аль-Фараби достиг определенных результатов. Представляете, в мировом рейтинге, в котором участвует более 7 тысяч университетов, наш университет занимает 207 место. Он среди всех стран СНГ является вторым после Московского государственного университета, что, я считаю, является очень большим достижением. С точки зрения, если говорить, например, о научно-исследовательском направлении этого университета, как руководитель компании Elsevier, Scopus на территории Средней Азии, мне бы хотелось отметить данный университет, который приносит наибольшее количество публикаций во всем моем регионе, среди всех 7 стран. Каждая четвертая публикация, написанная учеными Республики Казахстан, она написана именно учеными Казахского национального университета. Национальный университет имени Аль-Фараби – это яркий пример того, как правильно, красиво, синергично взаимодействует наука, взаимодействует академия, взаимодействует бизнес. Это то, что необходимо развивать также в других университетах. Правительство нашего государства, наши университеты, они понимают, насколько значимое мероприятие было проведено впервые на территории Средней Азии, на которое приехало поучаствовать более 50 различных стран мира. Почему? Потому что на самом деле данное мероприятие несет очень серьезный научно-образовательный контент, который получить где-либо еще очень сложно. И сейчас у нас очень большое количество казахских университетов, не выезжая никуда, имели возможность послушать самых ведущих спикеров здесь, прямо вот в Алматы, да?